Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на очередного питомца. Это будет элитный питомец, который прокачан уже на максималку. Это ангел. 35 уровень. 9 скилл. Он, наверное, скорее всего, единственный и первый на сервере. Потому что я питомцев изначально никогда не пропускал. Всех качал. Итак, что у нас на максималке? Имеет атаку 9315 плюс... Атака от атаки героя 40%, то есть это немало, если взять обычного. У обычного, как видите, 30%, у элитного 40%. Получается, максималка, которую он дает, это 9315, плюс, если взять стрелка, 6917. В итоге мы имеем около... даже больше, чем 16 тысяч атаки данного питомца, благодаря которой скилл его хилит очень много. Но основное, что дает 9-е умение этого питомца, звуки арфы, на 80% на 3 секунды снижает урон. То есть он фактически делает вашего героя танком на 3 секунды, правда, но это тоже немало. На 80% ваш герой получает меньше урона. Также он его отхиливает в размере 880% от атаки питомца. Кулдаун, конечно, не маленький, 6 секунд, но это очень помогает. И он хилит героя с наименьшим здоровьем. То есть, если у вас там пачка кого-то убивает, очень полезная. Имейте вот именно такого питомца, потому что он и отхилит, и не даст вашего героя слить. Так, что он дает? В каких бонусах он участвует? Сейчас вам покажу. Так, где там наш ангел? Первый бонус. Это бонус ускорения стройки. Если у вас начальный аккаунт, либо вы хотите быстренько прокачаться, это реально очень помогает. На 26 уровне уже плюс... 18% постройки, там первый, допустим, первый, шестой уже плюс 8%, это тоже немало, на 11 уже плюс 10%, то есть фактически на 10% у вас постройки будут намного быстрее строиться. Уменьшение цены постройки тоже очень хороший бонус, особенно для начальных аккаунтов. У кого новый аккаунт, обычно проблема с покупкой, точнее прокачкой там героев, потому что вечно не хватает золота, очень сложно фармить, и даже на те же самые постройки реально бывает не хватает на улучшение. Поэтому именно вот такой вот бонус тоже очень хорошо будет вам помогать сэкономить те же самые самоцветы. Вам не надо будет допокупать ману и золото за самики. Дальше, следующий бонус тоже основной и немаловажно, это бонус красных кристаллов. Ради этого я его тоже гнал до 26 уровня, плюс 18 за каждую победу. Это тоже немало. Сейчас я вам покажу именно этот бонус. Если там обычный, да, у вас нет ангела, у вас просто даются красные кристаллы за победу. А тут вот видите в скобочках плюс 18 зелененьким. То есть помимо того, что я получил бонус 44, то есть стандартный бонус на моем уровне красных кристаллов, у меня еще плюс 18, то есть фактически это третья часть бонуса. Это так в каждом бою. То есть это очень неплохо. Хороший бонус. Тут сейчас тоже нападем. Видите, опять плюс 18. Так, тестировать мы его будем сегодня на стрелке. Почему на стрелке, сейчас покажу. Думаю, получится более интересный тест, чем на других героях. Так, где там наши стрелки? У меня, наверное, уже стоит, да. Вот у нас будет сегодня стрелок с такой вот сборочкой. Каменная кожа 8-8, утекание рунами, медалька.
Ангел, артефактом тут стоит ослеплялка, снаряжение, созвездие, уклонение, жизнь. Так, а что у нас будет, почему именно так, сейчас покажу. Сам стрелок снижает там противникам лечение. Вот, на герой на 12 у меня скеле получает на 90% меньше урона и вызывает орнитоптер на 12 секунд, откат 3 секунды. То есть фактически он понижает себе на 90%, плюс у нас медаль, плюс у нас еще ангел. Сейчас вы увидите просто разницу, насколько его сложно будет под ангелом слить. Так, ну тут, конечно, стрелок вражеский, но стрелок на стрелка, думаю. Вот смотрите, орнитоптеры бьют. Тут уже стрелок вражеский, 36 тысяч всего ударил. 9 тысяч, а отхил у нас будет намного выше. Сейчас мы где-то на ком-то зацепимся еще, я надеюсь. Так, подбежал Рину. Давай, ангел. Не увидел я там миссов очень много. Так, ну тут толпой завалили. Анубис, ну тыква. Тут, конечно, ничего мы не сделаем. Так, надо сейчас интересную расстановочку найти, чтобы можно было хотя бы по одному герою вытащить. Дырочный сразу видно. Так, где тут у нас стрелок? Ну, конечно, сюда неудобно заходить, но сейчас попробуем проломать немножко заборчик. Попробуем сейчас забежать туда. Вот как видите, смотрите на стрелка. Его бьют орнитоптеры, его бьет вражеский стрелок, и наша жизнь не проседает практически. То есть основной плюс именно ангела данного, то, что он режет входящий урон, и плюс у него офигенный отхил. Плюс у нас тут еще, конечно, утекание стоит. Можно было поставить еще огненную защиту для максимального дефа, но я поставил, чтобы он подольше выживал. Кому ставить данного питомца? Лучше всего, конечно, таким вот танком. Там Рину, Бигфут, Анубис тот же самый, который дольше будет выживать. То есть я фактически его ставлю либо офигенным танком, либо тем, у кого большой дамаг, таким как, например, там Фрея. Для нее он, если там один на один вообще топовый будет, у него очень много отхила, у нее много атаки. То есть за счет этого питомец будет хилить очень много. Ну, как видите, Рину на Рину. Ну, вражеский Рину что-то смотрю, в принципе, он там не особо проседает. Ну и стрелок на стрелка тоже зависли, но видите, вражеский, да, насколько проседает. Это при том, то, что здесь тоже есть ангел, который подхиливает его. Правда, уровень поменьше. То есть благодаря именно такому питомцу можно даже стрелком танчить без проблем, зависать на вражеском стрелке, либо на том же самом Рину. Рину тоже ничего не сможет сделать. У вас офигенный деф плюс отхил, и еще плюс рунами стоит утекание. Вот мы без проблем выстояли. Все 3 минуты. Давайте еще на кого-то нападем, так чтобы можно было вытащить. Вот стрелок себе режет входящий урон.
Вот интересно сейчас будет. А, и мы активировали Фрэнки. Фрэнки нас сейчас просто станом возьмет. Ну, посмотрим сейчас. 148 тысяч отхил. Единственное, нам сейчас мы будем Фрэнки заряжать. Он нас будет станет. Нас вот уже хранитель даже включился. И видите, Анубис и... Гаргу ничего не могут сделать. Мы тоже, в принципе, ничего не можем им сделать, но и они не могут слить. Было бы неплохо, чтобы мы зависли все-таки не на Анубисе, а зависли сейчас на Гаргуле. Тогда мы собрали бы с него энергию, было бы поинтереснее смотреть на это все. Вот так можно свободно. Кидаете сюда Дрейка. Ну, правда, сейчас Дрейк опять же будет заряжать их всех. Ну, Дрейка. Сейчас наш ангел будет хилить и этого, и Дрейка. И стрелка, и Дрейка. Вот 126 тысяч под хил Дрейку пошел. Вот Фрэнки опять зарядили. Дрейк заряжает всех. Стрелка нашего слили. То есть вот именно для таких целей это один из топовых. Есть еще у нас хиллеры, это Карасик и Олень наш новогодний. Донатный, правда. Ну, ангел по-своему хорош. Вот кидаем опять стрелка. Видите, сколько бьют. То есть у нас утекание восстанавливает, плюс тут сейчас у нас вольт. Ну-ну, ангел, давай подхиль. Не успел, чуть-чуть не успел. Так. Давайте еще где-то потестируем. И, в принципе, можно заканчивать. Герой, точнее, питомец очень топовый, очень хороший. Его качать надо однозначно. Так, где-то так, чтобы зависнуть на ком-то. Можно тут попробовать. Да, стрелок, конечно, на 12-м очень прибавил. Вот к нам бежит Арасик. Смотрите, как Арасика мы обезвредили вертолетиками. Так, 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 так. Ну, слей, слей. Ну, а Арасика хотя бы слили. Черепа, конечно, череп нас ушатал. Так, ну еще что-то интересное найдем. Можем попробовать сейчас зависнуть на Рину, если получится, конечно. Рин у нас может снести свободно. Плюс стрелок мы не будем. 148, почти 150 тысяч у него отхил идет. У питомца. Рина у нас энергию поджирает, сволочь. Ну, как видите, против нас еще дополнительно стрелок. И нас этот питомец очень хорошо спасает. Все, слили. Наконец-то. Вот такой вот обзорчик. Думаю, вам питомец этот нравится. Пишите комменты, на какого пэта вам в следующем сделать обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, выбивайте питомцев редких, качайте их. Не запускайте пэтоводство. Все, всем пока.